Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и знаете, что у вас на экранах? На экранах у вас самое крутое за последнее время выгодное предложение для тех, кто донатит в игру. Да, безусловно, не все мы в игру донатим, кто-то не может себе этого позволить, и у него нет возможности сделать это по техническим причинам, но если вы донатите в игру, это самый грамотный способ доната. Ребят, вы можете купить себе подписку на золото на целых 14 дней за 3 бакса. Каждый день, заходя в игру, вы будете получать по 250 золота и по 1000 свободки. Таким образом, ребят, за 14 дней вы заберете 3,5 косаря золотом и плюс еще заберете 14 тысяч свободного опыта. По-моему, это крайне круто. И поверьте мне, более выгодного предложения по донату встретить в игре, ну, крайне сложно. В основном, в принципе, золото продается по ценнику довольно кусающемуся. Если вы просто опуститесь в предложение по голде, то здесь вы увидите, что, допустим, 3 косаря золота обойдутся вам в целых 5 долларов. А здесь же 3,5 тысячи золота за 3 доллара. Короче говоря, гораздо выгоднее, а именно на 2 бакса дешевле, еще и на 500 голды больше получаете. Самое такое оптимальное — это 750 золотых монет за 1 доллар. Здесь же идет больше, чем по одному косарю за бакс. Не халява ли? Ну нет, не халява, безусловно, придется заплатить, бесплатно не дают, но для тех, кто донатит, ребят, это крайне выгодное предложение, успейте им воспользоваться, если редко заходите в игру. Ну а на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего. Стоп! Минуточку, друзья. Есть еще две новости. Выложили на продажу ТОК 2 и Т-55А. Если вас интересуют обзоры на данные машины, то буквально в течение часа, максимум двух, на моем канале появятся свежие, честные, новые обзорчики на обе из этих машинок. И если вы хотите их не пропустить, обязательно нажимайте на колокольчик. Ну а если вы не подписаны на канал, то нажмите кнопочку подписаться или на вот этот желтый шильдик в правом нижнем углу. Жду вас на своем канале и всегда вам рад. Ну а теперь уж точно на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!